Alright. Официальный шеф-повар губернаторского бала, который традиционно проводит после церемонии награждения Оскарами, показал, чем будут угощать звездных гостей вечеринки. Знаменитый австриец владеет сетью ресторанов. Говорит, что селебритис – частые гости его заведений, поэтому он точно знает, какие блюда им по душе. Более того, меню для бала он составляет уже более 2 десятилетий. Мы делаем это на протяжении 22 лет. Мы знаем, что едят простые посетители, а также большинство звезд кино и большинство звезд из Голливуда, которые приходят в наши рестораны. Так что мы знаем, что им нравится, и всегда готовим немного традиционных блюд, знакомых блюд. Также делаем и что-то новое. Среди деликатесов ужина свежий омар, аляскинский королевский краб и изумрудный рис из Китая. Для тех, кто любит классику, приготовят пирог с курицей и черным трюфелем, а также макароны с сыром. Впрочем, повар думает не только об Оскарах съедобных. Он также рассказывает, кого бы хотел видеть с настоящей статуэткой в руках. Надеюсь, что в этом году Леонардо Ди Каприо наконец-то выиграет лучшего актера. Это будет хорошо. И еще я хочу, чтобы Сильвестр Сталлоне выиграл еще один Оскар. Потому что он так много делал, и делал это очень искренне. Продюсер вечера говорит, что тема бала этого года – старый Голливуд. Это классика, это старый Голливуд. Участники проходят через долгий процесс гаданий, кто получит Оскар, что я надену, какая прическа, макияж. Но когда вы приходите сюда, то здесь должна быть атмосфера праздника, в честь киноиндустрии в целом. Все должны праздновать. Губернаторский бал посетит около 1500 гостей. Здесь им предложат не только изысканную еду, но и фирменные напитки и коктейли. Одна из компаний создала несколько новых видов шампанского для каждого этапа мероприятия. Во время церемонии главная цель – подготовить их к активному действию, а также подготовить их к губернаторскому балу. Поэтому мы будем разливать свежее, игристое и изысканное шампанское с яркими нотками пино-нуар. За ужином нужна деликатность, нужен баланс, нужна полнота, которую находишь в винтажных напитках 1998 и 2002 годов. Интерьер зала будет украшен карикатурами на актеров из золотой эры Голливуда, а также номинантов этого года. 88-я церемония вручения наград премии «Оскар» состоится в воскресенье 28 февраля. Губернаторский бал начнется сразу после этого.